Мне пришлось бросить все свои дела и срочно записывать срочный ролик. Почему срочный? Дело в том, что несколько дней назад мой старый ролик о 47-дневном голодании вышел в рекомендуемые. Буквально был шквал посещений, было много вопросов. Я вообще 2 дня сидел на одних комментариях. Теперь все досхлынуло, но вопросы продолжают поступать. И вот один из таких вопросов. Александр, а вы делали чистку печени? Я недавно проделал курс по Андреасу Морицу, и из меня вышло 70 камней. Я, честно говоря, даже растерялся. Меня эта цифра 70 уже испугала. Это вообще что такое-то? Тогда я хотел болтузу отмахнуться и сказать, нет, я ничего не знаю. Но вот тут-то я все и вспомнил. Я спросил его. Это нечто такое зеленоватое, да? И это, кажется, делается с помощью растительного масла. Так, да. Он мне подтверждает, да, так. И расписывает. Да, зеленые камни я очищал с помощью оливкового масла. В общем, смесь грейпфруктового сока и оливкового масла. Предварительно пил яблочный сок неделю, чтобы размягчить камни. Ну, вот эти 70 штук, он их все размягчал. Затем выпил английскую соль, затем смесь, и уже ночью полезли первые камни. Ну, и все, в общем-то. Так вот, я, когда это прочитал, я вдруг вспомнил. Ёлки-палки зеленые. Да ведь со мной же это было 8 лет назад. Точно самое и было. Ну, человек-то отрапортовал радостно 70 камней. Это какая-то как победа, как будто не камней, вот то, что есть на самом деле, а 70 бриллиантов каких-то он создал. Ну, ладно. Так вот, со мной такое же было. Я чистил печень. Вот он по какому-то Морицу, а я, по-моему, по нашим по кем-то, ну, верил тогда всем, наивный был. Так вот, что я сделал? Вот из меня вышло тоже, ну, я не знаю, 70, конечно, это что-то, какая-то катастрофа, поменьше камней. Я на них посмотрел, ничего не понял. У меня сначала удивило вот что. Вы знаете, вот камни, 70 это хорошая кучка. У меня была поменьше, признаюсь, мои заслуги меньше. Но что-то было. Я когда сопоставил количество этих камней с величиной, с предполагаемой величиной моей печени, я как-то удивился. Я думал, да ведь это же печень-то, она как там эти камни помещались, а потом они же крупные, как они оттуда выходили. Тут, извините за выражение, тут задница-то не так просто справиться с ними, а там из печени. Ну, короче говоря, и что я делаю? Вот этот факт величины камней меня просто он ввел в шоковое какое-то состояние. Я испугался. Тогда что я сделал? Я подождал 3 дня, отдохнул, потому что пить растительное масло стаканом это событие непростое. Так вот, я подождал 2 или 3 дня и повторил эту процедуру. Каково же было мое удивление, когда я получил точно такое же количество этих камней, как будто никакой чистки и не было. Странно, подумал я. Я подождал еще 2-3 дня и сделал в 3-й раз. И получил точно такой же результат. И я понял, что сколько бы я их ни делал, я буду получать тот же самый результат. Я даже эти 3 кучки, грубо говоря, сложил вместе мысленно уже, представил печень, и я ужаснулся. Это же не печень, это какой-то завод по производству камней. Во-вторых, как они там быстро так образуются, и как они там помещаются? Передо мной возник вопрос. Вот я влез в интернет, зашел на форум Рената Минвалиева, физиолога нашего, знаменитого, хороший человек, замечательно. Спасибо, Ренат, если видишь или слышишь, спасибо тебе. Так вот, Ренат мне объяснил, дорогой, уважаемый Александр, никакие это не камни,
А это просто то, что у тебя образуется в желудке. В результате смеси вот этого растительного масла, того, что есть в желудке, да еще кроме того, вот здесь говорю, фруктовый сок, а я, по-моему, лимонный пил. Ну, в общем, разница небольшая. Вот все вот это и создает эти камни. Печень здесь ни при чем. И знаете, мне это как-то ударило. Я тут, понимаете, три раза их выгонял, а оказывается не камни. Я что-то начал с ним спорить. Но Ренат махнул на меня рукой, мол, ничего, сам дойдешь. И я дошел. Действительно, это так. Потому что печень так создавать не может. Так вот, что я хочу сказать-то, почему я решил срочно сделать этот ролик. Я должен был об этом сказать еще 8 лет назад. Я представляю, за 8 лет были бы какие-то просмотры, смотрели бы люди. Да я бы сэкономил цистерну оливкового и растительного масла. Его бы не выпили, это масло. Я уж не говорю о здоровье людей, которые мучили свою печень и... И не печень тоже, вот проделал эти операции. Я почему-то тогда, когда мы все выяснили с Ренатом, мне показалось, если я понял, это понял весь мир. Да нифига он не понял. Оказывается, 8 лет пьют растительное масло, пытаются выгнать эти камни, читают эту литературу неизвестно написанную кем. Вот эту туфту. Ой, короче, товарищи. Вы меня поняли, да? И если, само собой обращаясь к вам, если вы это пили, пробовали, знаете, никаких камней вы не выгнали. Вы просто мучили себя и свою печень, да, свою печень. Вот. Так вот, вы это сами запомните и передайте другим, кто также рапортует, 70 камней отработал. Вы им отрапортуете, скажите, да никаких у тебя не было 70 камней, ты сам себя просто мучишь. А этих дураков, которые пишут эти книги, вот такие процедуры непроверенные, я не знаю, что с ними делать, честно говоря. Ну что я могу? Вот я могу только ролик вот такой написать и сказать им, товарищи, облагоразумьтесь, не надо пить растительное масло, никаких камней он не выгоняет. Это все туфта. Ой, пожалуй, и все. Посмотрели? А теперь лайкните и подпишитесь, чтобы и в другой раз что-нибудь от меня такое слушать. Да убежусь и уйду. И вы не будете это знать, и будете мучить свою эту печень, и не печень тоже. Так что, пока-пока.